Гороскопы по знакам зодиака на 24 мая 2021 года. Лайк в знак благодарности. Общий гороскоп. Решительные и энергичные люди сегодня смогут достичь больших успехов. Это подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу в делах, делиться своими идеями и обсуждать их с единомышленниками. Часто получить поддержку оказывается проще, чем вы думали. Однако не стоит удивляться и критическим замечаниям, их сегодня может быть немало. Прежде чем браться за любое дело, нужно взглянуть на вещи реально и правильно оценить свои силы. Не рассчитывайте на то, что легко добьетесь успехов или все сразу сложится по-вашему. Куда вероятнее другое, придется прикладывать усилия и отстаивать свои интересы. Спокойный плодотворный день, позволяющий все делать по плану. Лучше не спешить с решениями, особенно если дело касается работы. Неожиданные предложения могут казаться заманчивыми, но, рассмотрев их пристальнее, вы обратите внимание на некоторые важные нюансы. 24 мая – это день удачный для любых проявлений чувств. Позитивное настроение и оптимизм будут сегодня основными сопутствующими качествами. Вечер же стоит посвятить более аналитическим делам. Возможен успех в делах, касающихся укрепления социального положения, влияния в коллективе. В качестве отдыха лучше всего подойдут спортивные мероприятия или прогулки. Водолей. Ваше внимание будет направлено преимущественно на дом и семью. Именно это является гарантом вашего гармоничного психологического состояния. Вы будете осознавать свою нужность, видеть результаты своего труда. День не особо подходит для разнообразных нагрузок. Предпочтение стоит отдать мирному, комфортному отдыху. Благоприятное расположение звезд позволит вам проявить свои способности на разных поприщах. Возрастает удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Интересы детей потребуют от вас сегодня внимания и личного участия. Скорее всего, именно этот день позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе. Водолею сегодня захочется комфорта и положительных эмоций. Ведь вы неплохо потрудились последнее время. Деньги будут поступать с самых неожиданных источников, но не спешите их тратить. Возможно, обострение хронических заболеваний сердца или кишечника. Если вовремя обратитесь к врачу, то лечение окажется эффективным. Гороскоп обещает плодотворное сотрудничество с партнерами из-за рубежа.